Я таки вышла из дома и буду двигаться. Я не буду ходить по отелю кругами. Я пойду на выход из отеля, я пойду чего-нибудь купить. У меня к тому же яйца заканчиваются, я их ем в больших количествах. Так что я вышла. То есть море у нас в той стороне. Вот моя деревня. А вот там, где закат, там и море. Море у нас вот там. И в Кипем я иду. И в Кипем я иду тоже прямо и налево. То есть вот туда у нас находится Маргао. И там же находится пляж Колва. Ну вот. А у нас пустые каналы. Посадка еще не началась, поэтому каналы у нас без воды. А я иду в деревню, и у нас там опять играют в футбол, но, по-моему, несколько ребятишек. Сейчас увидим. Сегодня тренируются более младшие, и причем у них не игра, у них там у каждого куча шариков, то есть это идет тренировка младшей возрастной группы. А вот здесь на меня баллонка гавкает. Hi. Yes. Викат? Викатши? Very hot? Постригли. Баллонку обстригли. Она на самом деле настоящая баллонка. Так она выглядит после того, как ее покромсали. Я помню ее, она очень пушистая. Это нормальная породистая баллонка. Ну, толстенькие мы, толстенькие. Вот. Вот. Ну, вот здесь у нас, как водится, по выходным, по вечерам. Вот. Вот игроки, а там у нас зрители. А вот там, у нас место, где продают чай и самосы. На самом деле я иду не в Кипем, на самом деле я иду вот сюда. А вот здесь у нас еще и самые маленькие. Маленькие, маленькие. Вот здесь у нас самые маленькие бегают. Подрастающее поколение. Вот. Тренировка. Ну, вот это ежевечерний тусняк в этом месте. И еще у нас почти вся деревня ребятишек носит футбольную форму в качестве формы для прогулок. Hi! Good evening! Do you have chai for me? Yeah, sure. I want. Give me, please. Tea? Tea. Yes. Indian tea. Yes. Вот он мой чай. Вот у меня стаканчики. Вечер выходного дня. Так, я сейчас все-таки эту резкость наведу и закреплю. Вот. Do you cook potato chips? Yeah.
Медина. Do I can photos this video? Like you cooking? No, sure, no problem. Put now in the point. What is it? This one? Yes. This one is called this bit of this you know that chana dal is called. It's called chana dal. We call our make how we make roti, no chapati, same type. This one, yeah. It's called wheat. Тесто. Yeah. Russian. Тесто. This is wheat with chana, no, not with flour, yes? No, no, not flour, chana. Yes. That we cook, we make dal, no? Dal. Yes, yes, yes. Yeah, we make dal also, this chana dal. Это so тесто... We make this fishing. Это тесто сделано не из муки обычной, а это перемолотый дал, то есть это перемолотые бобовые. То есть это тесто из бобовых. Это не мучное. Ну, то есть не это самое, как она, не пшеничное. Не пшеничное это... Ну, теперь буду знать, чем, как делается этот кляр. То есть это берется горох, дал, перемалывается, и из него делается... тесто. И вот это блюдо у нас здесь в Гоа, я думаю, во всей Индии, называется potato chips. То есть, как бы, не то чтобы совсем чипсы то, что мы привыкли, не то, что в Америке это жареная картошка, а именно вот картошка обваленная. В тесте, замешанном на бобовых. Мусульманки. Это умудряется все здесь соседствовать. И вот эта жесткая мусульманская одежда. И здесь, это католическая часть нашей деревни, здесь девочки ходят в платьишках с юбками по колено, с рукавами-фонариками, знаете, такое а-ля 60-е, даже 50-е годы. И одновременно с этим вот есть вот такой мусульманский трэш.
И как-то они спокойно уживаются, это вот вообще здесь бесконфликтно уживается. Так, я забыла натянуть маску. Я сейчас ее надену. Сейчас я расплачусь за чай и пойду дальше. Наводись, наводись, резкость. Резкость, наводись. Thank you very much. See you next time. Я пошла дальше. Ну вот я и выбрела на главную дорогу. Это еще не Кипем, то есть это автобусная остановка после моста. И вот здесь я сворачиваю свою деревню. А вот здесь у нас работает портной по мужской одежде. И продает он товары, сделанные горшочниками. Ну вот опять они, эти кары. Там у нас овощной ларек. Покупать я ничего не буду. То есть у меня была идея что-нибудь купить, но я с ней рассталась. Так как я, возможно, через день, через два поеду Мандрин. У меня скоро день рождения. Я сейчас с помощью знакомых ищу себе жилье. Если не найду, то никуда не поеду. А если найду, ну как, жилья-то много, меня просто интересует цена, моя цена, та, по которой я. Вот. Будем надеяться, что нон-веч самоса здесь водится. Хотя нет, зачем? У меня же дома ужин. Блин, вот так бывает. Выбрался из дома, а тебе ничего не надо. Нон-веч, ван нон-веч самоса, and чай, плиз. How much this? Yes. Parcel, please. Parcel. Non-veg, yes? And chai? Chai, I drink this. Six. Half dozen, yes. Вот. Еще один чаек. Вот на таких перекрестках по вечерам и происходит вся жизнь городков. Тут вот готовят. What is it? What you cooking? Это чилис. Чилис. Thank you.
Я так понимаю, это мама с дочкой или теща с невесткой? Автобусы возвращаются. О, а здесь у нас торгуют рыбой. Вот. Вот мои 6 бананов и нон-веч самоса. Там тоже готовят. Сейчас буду расплачиваться. Вот здесь у нас куриный магазин. А вот там дальше у нас супермаркет. Сейчас дойду с ним. Мамочки мои дорогие. Вы угадали, что это за магазин? Мамочки мои дорогие. Ну что делать? Времена нынче такие. Актуально. Актуально. Пошли дальше. То, о чем я вам говорила. У христиан, у католиков девочки ходят вот так. И меня это очень радует. И девочки, и мамы. То есть у нас вполне себе цивилизованная часть Индии. Так, пойду посмотрю, что здесь есть. Так, любимый Джаггер. 53. Ну, придется взять, я же его люблю. Пошли дальше. Ну вот, если я, блин, не буду в ближайшие дни, если я планирую в ближайшие дни уехать, ну, и смысл мне что-то покупать? А какой смысл что-то покупать? Ладно, похожу, посмотрю. Какао. Это вот то, что я упоминала. Вот здесь у нас 50 грамм за 60 рублей. А вот здесь 90. Но у меня такое ощущение, что здесь не 50 грамм. Я дома взвешиваю. То есть, если здесь 100 грамм, то получается 45 за 50. А вот это, наверное, 50 грамм. Сколько взять? 50? Ладно, сейчас подумаю. Ну вот я и закончила свой поход в магазин. То есть у них на семью, вот здесь овощная лавка у них, а вот здесь называется супермаркет, а я называю мини-маркет. Здесь мне бананы предложили за то ли за 70, то ли за 80. И похоже, даже не 12 штук, а килограмм. Так что я еще очень удачно закупила. А сейчас я схожу в Temple. Это Тримурти. То есть вот он вот там. Это Тримурти. То есть это Шива, Брахма и Вишну. Три лица одного бога. То есть это... Это очень необычный храм для Индии. То есть это очень необычный храм для Индии, потому что здесь поклоняются сразу трем богам. О! Причем здесь я вижу у них какая-то распродажа, и похоже, какое-то мероприятие внутри проводится. Видимо, это какой-то праздничный день, потому что... How much? This is 50 rupees. 50
нефти купить. Ладно, давайте я это возьму. Фифти. Thank you. Так. Thank you very much. Так, надо теперь разуться. Обычно я разувалась вот там, где все, но сейчас эта часть грязная, поэтому у меня сейчас нет желания разуваться на входе по причине того, что, ну, грязненько здесь. То есть они сейчас... Раньше они отмывали эту плитку, а сейчас этого не происходит. Здесь с обоих сторон от храма построили вот эти крыши. Так как во время определенных праздников они вокруг храма носят такую, ну, типа... Не колесница она, как... Типа кареты без лошадей, когда ее несут люди. Вот эти три лица – это, в принципе, то есть как бы олицетворение единого Бога. То есть это Бог, который объединяет в себе тримурти Брахма, Брамина, Брахмана. То есть как бы в честь кого и названа высшая каста Индии Брамины, то есть это как бы служители Брахмана. Изначально при более древней религии до индуизма была религия брахманизм. И вот в брахманизме верховным богом считался Брахма, бог-создатель. Но 5, наверное, что ли, тысячелетий назад произошли изменения. Кшатрии, то есть воины, цари, не потерпели положение вещей, когда брахманам принадлежало слишком много. И, в общем, с тех пор религия индуизм, и верховным богом объявляют либо бога-хранителя Вишну, либо бога-разрушителя Шиву. То есть, как здесь по религии? Брахма создает, Вишну хранит, Шива разрушает, а потом этот цикл, повторяется. То есть вопрос идет о цикличности. Вот здесь у нас река. Вот сверху мост, вот здесь внизу река. А похоже, сегодня праздник у Ханумана. Хануман – это бог обезьяна. По-моему, Шиву. Не помню, какой из богов. То есть там прыгал он, там летел над джунглями, увидел красивую обезьянку, совратил ее, у нее родился вот Хануман. Бог обезьяна, который умеет летать. То есть у нас здесь, у нас здесь Хануман. И вот то, что я купила, это вот у нас подносится... То, что я купила, у нас подносится к Хануману. Я человек, я вам еще раз говорила, я человек неверующий, но я люблю ритуалы как что-то красивое.
Для меня все эти поклонения это дань традиции, это дань красоте культуры. Я не поддерживаю то, что несет это внутреннее содержание, потому что, ну, как бы, я не разделяю всех этих религиозных воззрений. Ну вот. Так, а это мы понесем по ходу туда. Это мы понесем туда. Я разуюсь здесь, я как бы не готова по всему вот этому грязному полу ходить босиком. Они его не моют. А вот это тот самый Тримуртий. И вот это подношение я положу сюда. Хотя, наверное, надо было Хануману, но я положу здесь. А нет, вот это я положу на черепашку. Вот она, черепашка. Да, красивая черепашка. Это та самая черепаха, на которой здесь Децимир. Сегодня этот храм закрыт, потому что все празднования проводятся у Ханумана, да и вообще храмы закрыты, то есть как бы вот храмы закрыты. Но народ потихонечку на улице слегка, то есть как бы здесь все закрыто. Хотя они и страшные, но они должны защищать. Смотрите, какая прелесть. Похоже, к Хануману подход открыт. Сейчас-ка мы к ним подкрадемся.
Здесь обычно бывает все закрыто, а сегодня как раз открыто. Это подношение Хануману. И вот здесь нужно ходить по кругу, и как у любых индуистских богов, ты можешь что-то просить. Хануману обычно поклоняются низшие касты в Индии. Это так называемый бог для простого народа. И именно его люди просят о заступничестве. И я все-таки выполню ритуал. Я люблю ритуалы, хоть и не верю. Но я тоже похожу и попрошу о защите. Сделаю я пару кругов. Вот видите, мальчишка наматывает круги. Это то самое, что полагается делать при таких мероприятиях. А вот там живут служители храма, то есть там живут брамины. У них есть дом и в деревне, но вот во время служб, ночных служб, то есть как бы они вот там находятся. Людей приходит все больше и больше. То есть сегодня действительно праздник. Но я не буду задерживаться. Этот храм был закрыт очень долго. У нас здесь было все закрыто очень и очень долго. Обуваюсь. Да черт с ним, с грязными ногами. Если положено разуваться, буду разуваться у входа. Я все-таки сделала неправильно, что я протопала обутая. Грязные пятки, ну ничего в этом страшного. Все, ставлю на загрузку и иду домой.